Да, еще раз здравствуйте. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. На этот раз я пытаюсь говорить на пределе своей громкости. В общем, я хочу немного рассказать про наш факультет. Он был основан в 2002 году, и деканом факультета стал директор НИИ физико-химической биологии Белозерского Владимир Петрович Кулачев. Здесь стоит, наверное, отдельно сказать, что наш факультет и НИИ ФХБ, они являются как бы одним целым, потому что многие студенты выполняют свои курсовые работы именно в этом институте, и многие сотрудники института являются преподавателями факультета. Вот, на этом слайде вы видите наших прекрасных заместителей декана. Двое из них сейчас присутствуют здесь. Вот, и вы будете часто их видеть, если вы поступите к нам на факультет. Вот, страна должна знать своих героев. Дальше я передаю слово. Дальше, так, что происходит? Вот. Дальше немного поговорю я. Вот, и расскажу про, о том, что нужно держать в уме, поступая на наш факультет. Здесь будут как некоторые положительные качества нашего факультета, так и неположительные качества, но просто факты, которые необходимо четко осознавать, когда вы собираетесь подавать документы на факультет биоинженерии и биоинформатики. Вот, мы начнем с положительных качеств. Первое – это 3 года английского языка. То есть английский язык у нас идет 3 года, 2 раза в неделю. И по прошествии 3 лет, в конце 3-го курса, студенты сдают экзамен по английскому языку, и таким образом достигается весьма мощная подготовка в этом направлении, и студенты способны читать, писать статьи на английском языке и, в общем, свободно говорить. Также у нас присутствует уникальная программа по биоинформатике, правда, уникальная, вот, потому что после 4 лет обучения, 8 семестров, студенты получают исчерпывающие знания во всех областях биоинформатики, ну и вообще это авторские курсы, вот, и они очень крутые, всем советую. Вот. Дальше, вот это факты, которые просто необходимо осознавать, когда вы собираетесь поступать на наш факультет. Первый – это 6 лет специалитета, то есть это не бакалавриат, а магистратура, и поэтому нельзя после 4 лет получить диплом и поступить в магистратуру на другую специальность. Нет, если поступать на ФББ, то 6 лет необходимо здесь отучиться, чтобы получить диплом о высшем образовании. Вот. Также ждет абитуриентов, если они поступят. И когда они поступят, ждет большое количество математических дисциплин в первые 2 года обучения, и после первых 2 лет обучения математические дисциплины не заканчиваются, а продолжаются. Но вот в первые 2 года студентов ждет большое количество. Вот они здесь перечислены. Примерно 6 дисциплин за 4 семестра будут изучены. Вот. И что еще? Еще на факультете можно, на факультете образовательный процесс постоянно обновляется так как с отзывами студентов, так и с развитием науки, потому что с каждым годом предметы меняются, как меняется и состояние науки в нашем мире. Однако более такой, так сказать, прикладной пункт заключается в том, что начиная с 4-го курса можно выбирать себе спецкурсы, что позволяет более гибко подстроить под себя учебный процесс. Также еще важный момент, который необходимо упомянуть, который невозможно не упомянуть, это наличие курсовых работ со 2-го курса. То есть со 2-го курса многие студенты начинают работать в лабораториях уже с 1-го курса, но вот со 2-го курса это становится обязательным. Необходимо каждый год писать курсовую работу, заключающуюся в научном исследовании, которую можно проводить как в лабораториях научно-исследовательского института имени Белозерского, о котором мы уже сказали, так и в любом другом месте. Вот. И это позволяет погрузиться в научный процесс еще вот в студенческие годы, что, по нашему мнению, очень круто. Так, на этом моя часть заканчивается. Теперь отдельное слово стоит сказать про практики. Их у нас 2 полевых и 1 лабораторная. И тут я хочу уделить отдельное внимание именно полевым практикам. Их 2 после 1-го и 2-го курса. И после 1-го курса это практика на Звенигородской биологической станции, а после 2-го на Беломорской биологической станции. Все практики длятся около 4 недель.
И сейчас немножко подробнее о том, что у них происходит. В практике на Звенигородской биостанции есть три блока. Это изучение зоологии позвоночных, ботаники и геоботаники. И основная цель этой практики — это знакомство с флорой и фауной Подмосковья, вот, и вообще изучение биологического разнообразия. И надо сказать, что вообще, в принципе, практики — это довольно уникальный опыт. К ним немножечко сложно сначала приспособиться, но они оставляют после себя просто замечательные впечатления. Например, вот такие прекрасные фотографии, там действительно очень красиво. И да. Вот, после второго курса это практика на Беломорской биостанции. И здесь, помимо блоков, включающих зоологию позвоночных, зоологию беспозвоночных, альгологию и микологию, есть еще молекулярная биология. И это умно... В общем, это все очень... познавательно. И нужно сказать, что Беломорская биостанция, она находится в практически абсолютной изоляции, она находится в 15 километрах от ближайшего населенного пункта и в 40 километрах от ближайшего, ну, города крупного. И, то есть, 4 недели студенты живут за полярным кругом, и там очень красивая природа, это во-первых, и в этом году, например, кто-то видел северное сияние. Тут я, можно, кстати, вставлю, что дальше будет проведение факультета, и как раз фотографии прекрасного северного сияния с Беломорской биостанции там были неоднократно запущены в сторис. Вот, так что можете пойти посмотреть, полюбоваться этой красотой. Так, там в чате задают вопрос, обязательно ли практика после второго курса. Да, это практика обязательная, вот это часть учебного плана. Вот, в дальнейшем я хочу рассказать вам немного про то, что вас ждет на факультете и что вас ждет после факультета, помимо конкретно учебы. Во-первых, студенты факультета на самом деле достаточно много стажируются еще в процессе обучения. Не только в научных лабораториях, но и в каких-то биотехнологических компаниях. Две наиболее известные из них – это компания BioCAD российская и компания Boston Gene. Офис головной компании Boston Gene находится в Бостоне, а сотрудники в России вместе со стажерами, куда часто берут студентов нашего факультета, они занимаются биоинформатическим анализом данных пациентов, которые больны раком. В компании BioCAD занимаются на самом деле много чем, но тоже в том числе и разработкой лекарств. Эти две компании очень активно берут студентов факультета на различные стажировки. В основном это летние стажировки с трудоустройством и как бы официальной оплатой. Однако же можно устроиться и на зимние стажировки. Также эти компании тоже очень любят в качестве своих сотрудников брать студентов факультета и выпускников факультета. Также можно устроиться, на самом деле, достаточно большое количество компаний. Биоинформатикой можно также заниматься в компании InSilico Medicine. Они также берут студентов на стажировки, но у них программа чуть-чуть более сложная, и попасть к ним стажироваться чуть-чуть сложнее. Также работать можно в дальнейшем в биотехнологических компаниях. Одна из самых известных компаний – это компания Еврген. Еврген – это биотехкомпания, которая производит, на самом деле, достаточно большое количество материалов для проведения научных исследований. Туда также очень активно устраиваются студенты, выпускники нашего факультета. Также можно работать в фармацевтических компаниях. Одна из известных компаний в России – это Airfarm. Некоторые выпускники факультета организовывают собственные компании и собственные стартапы. Так, например, компания Blastim создана выпускниками факультета биоинженерии и биоинформатики. Также стоит отметить, что очень серьезная математическая подготовка, а также подготовка в области программирования и анализа данных позволяет студентам факультета устроиться даже в компании, которые непосредственно с биотехиндустрией напрямую не связаны, например, в Яндекс. А ответ про стажировки за границей.
На факультете есть две заграничные стажировки. Это стажировка в Японии и стажировка в Израиле. Раньше была еще стажировка в Германии. Насколько я знаю, ее вернули. Но если мне подскажут заместитель декана, будет здорово, вернули ее или нет. Эти стажировки являются конкурсными, и попасть на них можно по конкурсному отбору среди студентов факультета. Также вам ничего не мешает найти стажировку в каком-то зарубежном институте самостоятельно, подать на нее документы. Администрация факультета поможет вам с оформлением всех необходимых бумаг, а достаточно активная научная работа сделает вас очень конкурентными в, как бы, при отборе на конкурсные стажировки, и, скорее всего, у вас все получится. Также стоит отметить, что на самом деле помимо науки и образования на факультете есть достаточно большое количество внеучебных активностей. Вы можете принять участие как в работе литературного клуба факультета, так и в работе научного клуба. Также на факультете достаточно активный студенческий совет, профсоюзный комитет и студенческий комитет, которые улучшают жизнь студентов и устраивают на самом деле достаточно большое количество мероприятий. Также на факультете раньше работал киноклуб факультета, а сейчас его возрождают, и в его работе тоже можно принять участие. На летней стажировке, на самом деле, скорее всего, вы сможете устроиться после третьего курса, так как летние выездные практики, они не позволяют отработать на стажировке 2 или 3 месяца, как того требует компания. Но на самом деле многие компании, которые берут студентов на стажировки, идут навстречу, и вы сможете, например, отработать на стажировке месяц, когда у вас не будет летней практики, либо после первого, либо после второго курса, такое тоже возможно. Но полноценно на стажировке обычно начинают устраиваться после третьего курса. Также про мероприятия, которые организуют студсовет и студком. На самом деле в данных организациях вы можете проявить полностью свои лидерские качества и принять участие в организации большого количества мероприятий для студентов факультета в первую очередь. Мы с факультетом ежегодно проводим мероприятие «Театральная осень», в рамках которого в ноябре факультетом закупается билет в ведущие театры Москвы, и студенты ходят на, ну, бесплатно ходят на спектакли этих театров. Мероприятие происходит каждый год, и можно в его организации поучаствовать. Также с недавнего времени на факультете проводится день встреч выпускников, когда выпускники факультета приезжают иногда даже из-за рубежа и рассказывают о том, где они сейчас работают, как устроилась их жизнь, и раздают советы нынешним студентам. Также с недавнего момента на факультете заработал новый проект студенческого совета. Это карьерные треки, где студенты и, ну, где выпускники, бывшие студенты факультета, рассказывают о том, чего они добились в биотех среде, и подсказывают нынешним студентам, как им наиболее успешно построить свою карьерную траекторию. Насчет того, чего больше, биоинформатики или биоинженерии. Наверное, если посмотреть в учебный план, то примерно один к одному, как мне кажется. В дальнейшем вы можете достаточно сильно углубляться в ту или иную область в зависимости от научной лаборатории, которую вы выбрали. И еще... А также еще от спецкурсов, пардон, я влезу, Валерия. Со старших курсов, ну, на самом деле, даже с 3-го и 4-го начинаются курсы по выбору. И они довольно часто, ну, по крайней мере, мы стараемся ставить их на выбор какой-то биоинженерный курс и какой-то биоинформатический курс. Ну, понятно, условно. И если вас больше интересует биоинформатика, то, соответственно, вы выбираете больше биоинформатических курсов. Если так называемая мокрая биология, то биоинженерная. Вот такой мой краткий комментарий. Спасибо. Так, тут завершу, так сказать, выступление студентов. Вот, после дня открытых дверей у вас наверняка могут остаться какие-то вопросы, на которые мы можем не ответить, или они могут возникнуть у вас уже после дня открытых дверей. И если вы хотите побольше все-таки узнать о факультете не через нас, а вот вы еще, то есть некоторые полезные ссылки, в частности, есть сообщество ФББ View. Это проект, основанный студентами ФББ, в котором выпускники ФББ рассказывают про свою жизнь и свою научную карьеру и свое обучение на факультете и дают какие-то советы
студентам. Вот, поэтому про это можно почитать, если вы хотите узнать, вот, как люди, ну, живут после обучения на факультете. И если вам интересно следить за обновлениями, вот, вы можете посмотреть Инстаграм нашего факультета, он так называется FBBMSU. Вот, и там вот, постятся красивые фотографии и анонсы различных мероприятий факультета. Вот. На этом, наверное, студенческая часть завершена. Спасибо большое студентам. Я надеюсь, они достаточно подробно и информативно рассказали о факультете со своей студенческой точки зрения. Вот. И теперь мы, наверное, поговорим про науку на факультете. Нам расскажет про нее Борис Александрович Финюк, заместитель декана по научной работе. Спасибо, Анастасия Сергеевна. Сейчас я открою тогда презентацию свою, если найду ее. Да, вроде бы. А вы пока можете задавать вопросы, и я вижу про бюджет. Места вопросы и про проходной балл, мы про это поговорим в самом конце, буквально через минут 15. Вот. Пока вы можете задавать вопросы про учебу и про внеучебные активности. Наташа уже сказала вначале, что факультет, он не совсем просто факультет как учебное заведение. На самом деле это можно назвать факультет-институт или даже институт-факультет, в зависимости от того, что для кого важнее, наука или учеба. А под институтом имеется в виду совершенно конкретный институт. Это институт, научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени Александра Николаевича Белозерского, Андрея Николаевича Белозерского. И факультет, собственно, был создан на базе института в значительной степени у этих организаций, общее руководство, общий бюджет. И тоже, как было сказано, сотрудники научные преподают студентам, а преподаватели факультета занимаются наукой в институте. То есть такой неразрывный тандем получился, довольно-таки эффективный. Возможно, Анастасия Сергеевна еще будет показывать этот график, но мне без него будет сложно, поэтому я тоже его покажу. Это диаграмма, которая обозначает, каких дисциплин примерно сколько в нашем учебном плане. Значит, тут идут годы обучения с 1 по 6. И разными цветами обозначены разные дисциплины. Вот розовенькая математика, видите, ее вначале много, а потом поменьше. Дальше идет химия, ее тоже вначале много, а потом почти нету. Биология сохраняется все время, и в конце ее даже больше, чем в начале. Биоинформатика отдельно тоже представлена. Гуманитарные науки, куда же без них. Отдельно английский язык, которого действительно довольно много, тоже это было уже не сказано. И, наконец, как вы видите, последнее, собственно, ради чего я это показываю, с каждым годом у студентов все больше и больше вырастает вот этот вот фиолетовый, наверное, правильно назвать этот цвет, столбец – это научная деятельность. То есть уже со второго курса наши студенты начинают выполнять самостоятельные научные проекты в реальных лабораториях и научных исследовательских группах. И когда факультет создавался, то основной целью, которую ставил перед собой и университет, и институт имени Белозерского, была подготовка ученых-исследователей. И вся наша программа, она, в общем-то, возникла и специализирована была именно с этой целью. Другой вопрос, что люди, которые готовы стать современными самостоятельными учеными-исследователями, они также прекрасно и успешно могут заниматься наукой в фармакомпаниях и других компаниях. Они могут заниматься программированием и решением каких-то задачек там, в том же Яндексе, где сейчас очень много внимания уделяется искусственному интеллекту. Вот последний год у нас началось сотрудничество со Сбербанком, который тоже активно входит в наукоемкие отрасли, в том числе с использованием искусственного интеллекта для решения биологических и других научных задач. Значит, как все это устроено? Со второго курса студенты решают поставленные им руководителями научными задачки в настоящих лабораториях. И в конце года они представляют результаты своих научных проектов в виде написанной работы, устной презентации там, или постера. Организуется весной научная конференция студентов ФББ, где все они могут обсудить результаты друг друга.
Ну и по ходу студенты учатся правильному оформлению задачи, правильной постановке задачи, интерпретации результатов, технике доклада и так далее. И узнают, что такое наукометрия и как можно отличить сильную научную группу, сильного ученого от не очень сильной научной группы и не такого сильного ученого. Я сейчас закончу, а потом посмотрю вопросы и постараюсь на все ответить. Хорошо? Так, значит, про беломорскую практику тоже отдельно я два слова скажу. Наташа отметила, что там есть такой замечательный раздел молекулярной биологии. Тоже уже в конце второго курса мы стараемся показать студентам, причем через это проходит весь курс, так же, как и через все обязательные практики, весь путь биологической научной работы современной, который начинается с полевой части, со сбора живого материала прямо в природе, там, где он живет, затем его приготовление, анализы с методами современной биологии. Вот здесь вы видите лабораторию молекулярной биологии, там вот за Татьяной Владимировной Неретиной, нашим замечательным преподавателем, стоит секвенатор ДНК, который может считывать последовательности генов. И группа студентов, которые, собственно, занимаются генетическим секвенированием. И каждый раз на этой практике, благодаря героическим усилиям Татьяны Владимировны и ее помощников, студентам ставятся настоящие научные задачки. То есть они не просто там делают стандартную учебную работу, про которую известно, что получится в конце, известно, как ее делать, и это, с одной стороны, наверное, полезно в плане навыков, но, с другой стороны, немножко скучновато. А здесь они осваивают те же самые навыки, но при этом решают настоящую интересную научную задачку, у которой изначально ответ неизвестен. Но понятно, что часто может получиться, что проект идет не очень удачно, как любой реальный научный проект, но иногда получается и вполне здорово. Вот, например, в 2015 году по работе группы наших студентов в этой лаборатории вышла настоящая публикация, где был открыт новый вид довольно крупной медузы циании, что, в общем, довольно неожиданно для Белого моря, которое было изучено вдоль и поперек за последние полтора столетия. А если показать какие-то циферки, без них всегда сложно, то вот факультету сейчас 19 лет, и за время его работы сотрудники, студенты, аспиранты сделали очень много хороших научных исследований, которые отразились в почти уже тысячи научных работ, из которых примерно 1/5 сделано руками студентов, и вклад их настолько велик, что их научные руководители включили их как полноправных соавторов в публикации. То есть это показывает, насколько на самом деле плотно и результативно студенты факультета вовлечены именно в научную, настоящую научную работу. В некоторых случаях студенты выполняют проекты вне университета. Это мы тоже не возражаем, если студент хочет работать там в институте полиомиелита или еще где-то в институте органической химии. Это можно организовать, и там тоже наши студенты активно участвуют в научных исследованиях, и, как видите, даже иногда их работа становится тоже основой для научных публикаций, которые затем тоже повышают престиж и их личный, и университета в целом. Я кратенько расскажу несколько примеров того, чем можно в плане науки заниматься на факультете. Ну, например, можно использовать биоинформатику, то есть применять компьютерные методы в биологии для того, чтобы, например, искать мишени новых лекарств. Обычно многие лекарственные средства представляют из себя небольшие молекулы, которые специфически связываются с какими-то ферментами, ну, например, патогенных микроорганизмов, и убивают их, но не связываются ни с какими важными белками в теле человека. И чтобы такие новые молекулы искать, можно, например, взять какие-то белки и с помощью компьютерной симуляции постараться, перебрав большое количество разных веществ, найти, предсказать
какие еще новые вещества будут связываться с этим белком и блокировать его активность. И тогда вместо того, чтобы в эксперименте проверять там сотни тысяч новых веществ, можно сократить их количество до сотен, и это колоссально ускоряет и удешевляет поиск новых лекарств. Еще одно направление, которое сейчас очень популярно и, в общем-то, очень важно, это то, что называется персонифицированная медицина, когда вместо того, чтобы всем больным прописывать одно и то же лекарство, если у вас температура, пейте парацетамол, ибупрофен, а если воспаление, то пейте антивоспалительное. Это попытка проанализировать более детально пациента, ну или его болезнь, с тем, чтобы применить не лекарство широкого профиля, которое в среднем помогает всем, но кому-то помогает плохо, а кому-то может даже повредить, потому что у него, например, индивидуальная непереносимость или какой-нибудь патогенный микроб, который, например, устойчив к антибиотикам, и его этим антибиотиком лечить бесполезно. Соответственно, можно провести биоинформатический анализ, например, генома человека или генома, в данном случае здесь идет слайд с персонифицированной терапией рака. Значит, рак – это злокачественные опухоли, которые вызваны неконтролируемым делением клеток в организме. И причины этого бесконтрольного деления бывают очень разные. Соответственно, можно взять образец опухоли, отсеквенировать его ДНК и разобраться, в чем именно произошел сбой контроля деления, и затем применить терапию именно против такого сбоя, чтобы она была точная, высокоэффективная и с минимальными вредными побочными эффектами, которые очень большую проблему представляют при терапии рака. Биоинформатика очень полезна в изучении системной биологии, когда организм, как очень сложная система, до конца непонятно, как она работает, состоит из большого количества разных уровней, которые взаимодействуют друг с другом в разные стороны. И для того, чтобы понимать, как такие сложные системы работают, нужно строить не менее сложные модели. Это требует большой компьютерной мощности, знания алгоритмов. И это такая тоже востребованная биоинформатика, на выходе которой получаются модели, дающие предсказательную силу в том, как повлиять на какие-то определенные процессы в организме человека или в клетке, чтобы добиться сдвига метаболизма в ту или в другую сторону, что тоже бывает важно для лечения болезней, в том числе наследственных. А отдельно на факультете ведется много исследований, связанных с биологией старения. Они идут как в экспериментальной плоскости, так и тоже в биоинформатической. Старение сейчас очень важная тема, и про это можно долго говорить, но я, наверное, не буду. Скажу только, что в рамках сотрудничества с факультетом и институтом был запущен довольно успешный отечественный проект по созданию лекарств нового типа, замедляющих старение, называется Йона Скулачева, и благодаря работе этого проекта ученых, студентов, аспирантов факультета вот уже 10 лет российские пациенты, страдающие от всяких глазных заболеваний, в том числе синдром сухого глаза и катаракты, могут пользоваться новым лекарственным средством, для которого аналогов практически нет. Ну и, наверное, я на этом завершу. Сейчас еще посмотрю, какие есть вопросы, и отвечу. Вот такой способ подготовки, он позволяет нашим выпускникам довольно широкий выбор иметь после окончания факультета. Значит, человек может сразу пойти работать ученым-исследователем, может пойти в аспирантуру, чтобы еще, потратив 3-4 года, получить ученую степень и продолжать заниматься наукой. Это можно делать как в России, так и за рубежом. Опыт показывает, что практически все наши выпускники, кто хотел и стремился попасть в зарубежную аспирантуру, это делают. Благодаря, в общем-то, и хорошей подготовке, и хорошему английскому. Можно сразу пойти в компании, как уже было сказано студентами. И, понятно, что там другие зарплаты, но и другая работа.
и другой уровень ответственности и нагрузки. Ну и еще много-много всего, в том числе работа преподавателем, программистом, исследователем и так далее. И выпускники наши учатся и работают в огромном количестве компаний, тоже это уже было отчасти сказано, и по всему миру, в том числе и в Америке, и в Азии, и даже вон в Австралии, и в Новой Зеландии. А на этом то, что я готовил, я закончил. Сейчас я посмотрю, какие были вопросы. Кажется, что на них уже ответили на большую часть. То есть они задавались в чате, ну, отвечали. Без меня справились. Да, вот Женя пишет, что мы, конечно же, помогаем с выбором лаборатории. Значит, вот Артем спрашивает, в чем отличие навыков. Значит, это общий вопрос, он касается обычно биологического факультета и нашего факультета. В чем разница между биофаком и ФББ? Значит, разница, во-первых, в входящем материале, в вас, собственно, потому что мы отбираем тех абитуриентов, кто сильный в математике, но хочет изучать биологию. А биофак отбирает тех, кто сильный в биологии, но справился с ЕГЭ по математике. И этот фильтр продолжает работать и дальше. У нас очень, на самом деле, тяжелая программа математическая, с которой многие поступившие, к сожалению, не справляются. У нас есть некоторый отсев, порядка 15-20% на первых трех годах. В основном это потому, что люди не могут сдать математику. И второе, то, что вместе, но с неким замещением обычных учебных практикумов и практик у нас на факультете это научная работа, то есть каждый год, начиная со второго курса и два последних года на один большой дипломный проект, студенты выбирают лаборатории, в которых они хотят работать, выбирают научного руководителя и под его пристальным наблюдением и опекой ведут собственный научный проект. Некоторые студенты пробуют за время обучения 4 или даже 5 разных лабораторий. Часто это очень далекие друг от друга направления. Кто-то другой, наоборот, приходит в лабораторию и продолжает в ней работать, и к концу обучения является уже, в общем-то, готовым высококлассным специалистом в той области, где он работал в своей научной группе. И вот это вот второй важный момент, что у нас самостоятельная научная работа ставится с самого раннего, можно сказать, срока, и ей уделяется большое внимание. Так, спецкурсы. Выбрать интересные для себя, да, можно. Насколько реально поступить по общему конкурсу? Это Анастасия Сергеевна скажет, призер. Так, основная часть на последние два курса. Артем, не совсем. Курсовые, да, начинаются со второго курса, вот Лера правильно пишет. И, в общем-то, уже на третьем предполагается, что студент делает что-то сам. На втором по желанию, на втором курсе человек может сделать обзор литературы, это тоже считается нормально. То есть он выбирает тему и разбирается в ее современном положении. Если он показывает, что он это может сделать, то считается, что он молодец, и ему зачитывается курсовая второго курса. А курсовая третьего уже предполагает, что он сначала разбирается в какой-то выбранной теме, а потом делает в ней что-то новое, свое. Пусть это будет биоинформатический расчет или какой-то эксперимент. Насколько часто обновляется сайт ФББ? По-разному. Зависит от раздела. Некоторые разделы часто, некоторые разделы не очень часто. По-моему, все. Да, если есть еще какие-то вопросы, то я готов тоже на них ответить. Да, пожалуйста, не стесняйтесь писать вопросы, если они еще есть. Даже если вам как-то показалось, что на них ответили, нет, мы готовы ответить там на какие-то схожие вопросы или на те же самые, если вдруг вам что-то непонятно. И мы переходим к самой интересной, самой интригующей, поэтому мы ее оставили на конец части, по поводу поступления. Итак, вы решили поступать. Это тяжелый процесс, мы вас морально поддерживаем в этом. Какие же нужно будет сдать экзамены?
Это 4 ЕГЭ: математика, химия, биология и русский язык. И еще одно дополнительное вступительное испытание по математике. Вот, в этом году и прошлом они были дистанционные в связи с пандемией. Надеемся, что в этом году, ну, в смысле, в следующем, в 2022 году, они будут уже очные. Дополнительное вступительное испытание по математике похоже на письменную часть ЕГЭ по математике. То есть там задачи, которые вам нужно решить, показать ход решения, ну и, собственно, представить правильный ответ. Вот, заданий около 8 или 10, в общем, по-разному бывает, и они тоже разные уровни сложности. Бывают там более простые, самое последнее, обычно самое сложное. Ну и самые популярные темы по математике, это там, конечно, алгебра, тригонометрия, стереометрия, ну, в общем, да, всякое такое. Что еще можно сделать хорошего, чтобы получить дополнительные баллы? Это иметь некоторые индивидуальные достижения. Аттестат с отличием – это 6 баллов вам даст. Обратите внимание, что это именно аттестат с отличием. В некоторых местах, в некоторых школах дают медаль за успехи в учебе, и это связано с тем, что вы получили, там, например, 100 баллов за какой-то ЕГЭ. Вот это не то же самое. То есть нам нужен именно аттестат, где написано аттестат с отличием. Вот только за него мы даем 6 баллов. Значок ГТО 2 балла вам даст, сочинение 2 балла. Сочинение обычно имеют все выпускники этого года или там предыдущих, если они не закончили какое-то среднепрофессиональное образовательное учреждение. Вот, так что вы можете получить максимум 510 баллов за все эти испытания. 500 за ЕГЭ и ДВИ и еще 10 баллов за индивидуальные достижения. Что делать, если вы хотите поступить без вступительных испытаний? Стать победителем или призером Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Вот таких прекрасных школьников мы берем без экзаменов. В том числе там без ДВИ по математике. То есть вообще никакие экзамены сдавать не нужно. Можно быть победителем прошлых лет, считаются последние 4 года. То есть если вы победили, условно говоря, в 2019 году, вы можете поступить к нам без экзаменов. Если вы победитель некоторой олимпиады первого уровня, их список представлен на сайте Министерства образования, то вы можете получить 100 баллов за соответствующий предмет ЕГЭ. То есть если вы там получили диплом призера, победителя, олимпиады Ломоносов по математике, причем только за 11 класс, то это засчитывается вам как 100 баллов за ЕГЭ по математике. Разумеется, при условии, что вы набрали 75 баллов на настоящем ЕГЭ. Это стандартное требование к такого рода льготам. Немножко про даты принимаются. Это, кстати, старая версия слайда. Здесь, конечно же, везде должен быть 22-й год. Вот. Мы принимаем документы с 20 июня по 10 июля 2022 года. С 11 июля по 25 июля 2022 проводятся дополнительные вступительные испытания. И дальше две волны зачисления. Сначала зачисляют поступающих без вступительных испытаний и по квотам. А 9 августа зачисляют поступающих по общему конкурсу. Соответственно, согласия на зачисление принимаются там за некоторое время до этого срока. Теперь про конкурс самое интересное. Наверное, многие из вас знают, что, к сожалению, в 2020 году так получилось, что у нас не было мест для общего конкурса, и у нас был проходной балл только на контракт. Все остальные места были заняты поступающими либо без вступительных испытаний, либо по квотам. Однако в 2022 году, в 2021 году у нас в общий конкурс ушло аж целых 4 места. Не очень много, но тем не менее. И проходной составил 476 баллов для бюджета. А на контракт проходной балл был даже ниже, чем в 2020 году, 338. И всего мы набрали 27 человек на бюджет и 23 человека на контракт. В 2022 году количество бюджетных мест на нашем факультете будет 35. То есть это больше, чем в прошлом, позапрошлом и вообще больше всего за всю историю ПБ. Вот, то есть если вы думаете о том, можете ли вы поступить по общему конкурсу, то, скорее всего, да, потому что бюджет стало больше, чем раньше, заметно. Из них 300 – это для поступающих по особой квоте, то есть это люди, которые имеют какие-то особые льготы,
Это сироты, инвалиды и некоторые другие. Вот. И количество мест по договорам с оплатой обучения 15. То есть у нас в этом году, точнее в следующем, в 22-м, будет меньше платных мест, чем раньше. Вот. На всякий случай, если у вас остались вопросы по поступлению или любым другим, то вот есть наши контакты, собственно, сайт, почта, телефон учебного отдела. Мы есть ВКонтакте, мы есть в Твиттере, мы есть в Инстаграме. Почему-то здесь не хватает ссылки на Инстаграм, она была раньше. Вот, в любой из этих соцсетей вы можете нам написать, можете позвонить, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Да, там в чате кто-то пишет, наверное, нам будет... Спасибо вам, что пришли. Там еще так. На YouTube, да, на YouTube вопрос, да? Ага. Второй иностранный язык будет ли? Смотрите, у нас основной иностранный язык – это английский, конечно же. На 5-м курсе у нас появляются на выбор французский и немецкий. Но они в качестве факультатива, поэтому если хотите, играть вы, конечно же, можете, но если нет, вам никаких штрафных санкций за это не будет. То есть вы можете их не посещать. Вот. И второй вопрос, как именно получить 2 балла за итоговое сочинение, нужно просто его написать. Вот. То есть автоматически, если вы писали сочинение и получили за него положительную оценку, и вам дали аттестат, то мы автоматически это учитываем. То есть практически все поступающие имеют вот эти вот 2 балла за сочинение. Еще вопрос из чата, предоставляется ли общежитие тем, кто поступил на платное обучение. Формулировка в договоре такая, что предоставляется при наличии мест. Обычно мест хватает для того, чтобы посетить и платных студентов тоже. Их селят в общежитие, которое называется ФДС. Вот, находится оно рядом с метро Ломоносовский проспект. Может случиться так, что... Мест будет мало, и придется подождать заселению до октября или даже ноября. Ну, обычно мы селим всех, кто имеет на это право. Вот. А право имеют те, разумеется, кто живет не в Москве и не в ближайшей Московской области, а дальше 6-й железнодорожной зоны. Ирина говорит, фактически места просто перераспределились. Это действительно так, потому что у нас маленький факультет, и мы не можем набирать много людей в силу разных причин. В частности, потому что мы стараемся уделять каждому студенту достаточно внимания по всем дисциплинам. Обеспечивать его лаборатории для курсовой работы, там, проверять множество домашних заданий по биоинформатике и так далее. Поэтому больше, чем 55 человек на курсе быть не может. И за счет того, что увеличили бюджетные места, у нас уменьшились платные. Для абитуриентов это очень хорошо. Я думаю, абитуриенты весьма порадовались тому, что у них больше поступить на бюджет. Вам спасибо за вопросы и участие. Планируется ли сохранение такого же количества бюджетных мест на набор 23-го года? Это мы вам сказать не можем. Это решает не факультет и даже не МГУ, это решает уровнем повыше. Вот, посмотрим, как будет. То есть мы подозреваем, что нам увеличили бюджетные места за счет того, что у нас в 2020 году не было конкурса, и это было довольно сложно. Вот. Если конкурс будет, то, возможно, их сохранят или уменьшат. Бюджетников ФДС тоже селят. Нет, их селят в ДСЛ. Некоторые первокурсники, которым не хватило мест в ДСЛ, поселили в ДАС, но на второй курс их переселяют в ДСЛ. Он находится очень близко к нашему корпусу, буквально 15 минут пешочком. Вот. А, добрый день. А можно буквально вопрос вот под занавес? Добрый день, конечно. Насколько мы поняли, документы оформляются через портал веб-анкета университетский, да? Если вдруг, да. Да-да. Если вдруг абитуриент что-то неправильно написал, то есть есть какой-то интерактив, достаточно, может быть, быстрый, поскольку время, как известно, работает против нас, то есть из серии правильно заполнены заявления, пришло ли согласие и так далее. То есть чтобы человек не мучился, не переживал, ночью не спал. Да, спасибо. Конечно. Не переживайте на эту тему. Во-первых, времени для подачи документов будет достаточно много. То есть вы можете подать их там 22 июня и сразу не переживать, вот, чтобы они у вас сразу были. По поводу интерактива. Это происходит очень быстро. То есть веб-анкета – это такой очень юзер
использовали интерфейс, и там, как только абитуриент подает заявление, мы его, в общем-то, сразу видим. Мы видим и согласие, и там анкету, и мы очень оперативно ее отправляем либо на исправление, либо пропускаем дальше. Если вдруг студент как-то думает, что его анкета висит очень долго это обычно полдня, некоторые абитуриенты начинают волноваться уже после этого, то можно написать приемную комиссию факультета сразу же в этой веб-анкете. Если вдруг вам там не отвечают, такого не будет, но, предположим, вы можете позвонить по телефону учебного отдела. Вот, там вам ответят. Вы можете написать... То есть прецедентов не было, да, вот в этом, так сказать? Нет, прецедентов не было, чтобы студент, точнее, абитуриент подал заявление, а вдруг его не обработали. Нет, такого быть не может, конечно же, никак. Мы достаточно быстро обрабатываем, то есть сутки обычно уходят на то, чтобы мы там посмотрели, если есть ошибки, то написали абитуриенту, если нет, то пропустили дальше. Вот, но сутки — это как бы такое время достаточное. А насколько вы оцените, ну, возможно, вопрос, может быть, не совсем корректный, все-таки гипотетически очность сдачи экзаменов? Мы очень надеялись, что в 2021 году у нас все будет очно, теперь мы очень надеемся, что в 2022 у нас будет очная приемная кампания, вот, потому что, ну, сколько ж можно, уже все устали от дистантов, честно говоря. Хотя преподавание мы стараемся, особенно на младших курсах, держать в очном формате, потому что практика у студентов, адаптация, там, стресс, им нужно как можно больше быть на факультете. Но вот правила приема регулируем не мы, а МГУ целиком. Вот, поэтому какая будет информация, это будет уже известно, собственно, как все и будет. Надеемся на очную, но дистанту готовы. Вот интересует, как студенты учатся сейчас. Это какая-то некий симбиоз, вот форм очно-заочный, да? Или что? Это симбиоз. У нас на младших курсах практически все дни очные, на старших курсах половина дней очные, половина дистанционные. Вот. Это сделано для того, что у первых курсов практика, им очень нужно появляться на факультете, там, ну, химический практик, в дистанте, это, конечно, не то совершенно. А для этого студенты, ну, извините, вакцинируются или что-то? Да, у нас вакцинированы почти все студенты. У нас очень высокий уровень вакцинации на каждом курсе. Ну, понятно, кроме первого, потому что там есть студенты, которым еще нет 18. Практически все вакцинированы. Спасибо большое, спасибо. Так, сейчас посмотрим еще чат. Вопрос на Ютубе очень забавный. Кто-нибудь хотел клонировать человека втихую на ФББ? Мы не знаем, хотел ли, но наверняка не клонировал, потому что это очень сложно, очень долго и очень дорого. Вот, к сожалению, студенты на нашем факультете не настолько богаты, чтобы втихую клонировать людей. Можно здесь я еще скажу, а еще на пятом курсе мы слушаем курс по биоэтике, где рассказывается о том, почему это неэтично и так делать не надо. Вот видите, какие у нас этичные студенты. А еще, если можно, а вот была такая, так сказать, высказана информация, что математики достаточно много, ну и понятно, что ДВИ по математике сдается, но вот предложенной схеме, раскрасочной такой, да, диаграмме, показано, что большая часть дается и научной работе, и уменьшается количество химии, и вообще математики в конце нет. А означает ли это, что она трансформируется, собственно, в научную деятельность? То есть тот самый количественный первокурсный, скажем так, фактор, он трансформируется в научную деятельность в старших курсах? Или вообще математики, собственно, нет, кроме научной деятельности? Я прокомментирую это довольно-таки вкратце постараюсь. Математика на младших курсах нужна для того, чтобы выстраивать базис для последующей математики на старших курсах, а также биоинформатики, машинного обучения и всего, что с этим связано. Вот. В целом ее в процентах, наверное, не очень прям много, но из-за нее активно отчисляют. Вот. Так что надо быть к этому готовы, что на первом курсе, если люди уходят с нашего факультета, то обычно это происходит из-за того, что они не справляются с математикой. Вот. Ну, она продолжается, надеюсь, как бы и дальше, соответственно, то есть мы не забываем ее.
Не-не-не, конечно, мы ее не продолжаем, мы ее не забываем, потому что она трансформируется так или иначе в статистику, которая используется активно в научной работе. Понятно, из статистики очень продвинутые сейчас вообще очень плохо. А также анализ больших данных тоже. Для него нужна математика, программирование. Вот, поэтому научную работу, особенно такую мультидисциплинарную, невозможно представить без математики. Просто она уже не в явном виде математикой называется. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Еще вопросы? Вопросы? Комментарии про биоэтику, но их мы опустим. Так, вакцинирование студентов МГУ обязательное. Ну, на самом деле нет. Оно очень желательное, но не то чтобы обязательно. Если у вас есть какие-то противопоказания, то есть медотвод официальный, то, конечно же, мы не будем настаивать на вашей прививке, но во благо, так скажем, окружающих мы просим вакцинироваться, чтобы сохранять очный формат обучения, вот, и как можно меньше случаев ковида регистрировать. А если человек имеет медотвод, как у него проходит студенческое, студенческие, так сказать, занятия и так далее, практики? Если занятия он один, там, или два человека в группе, что он делает? Да, нет, конечно. Понятно, что у нас не 100% студентов вакцинированы, потому что кто-то переболел, кто-то имеет медотвод, у всех какие-то есть причины на это. Поэтому занятия посещать он может спокойно очно за счет того, что есть 70% вакцинированных других. А что касается практик, Беломорская биостанция и Звенигородская биостанция, они требуют прививку в этом году, либо сертификат об антителах, насколько я помню. Вот, так что если человек либо переболел, либо привит, то нет никаких проблем у него с посещением практик. Если у него нет прививки, нет антител, есть медотвод, ну, будем решать индивидуально эту ситуацию. Пока у нас такого, насколько я помню, не было. Но вы только что сказали, что 70% приблизительно у вас привито. То есть и прозвучала фраза, что человек непривитый может ходить, ну, естественно, так сказать, используя какие-то меры предосторожности. То есть конечно. Это возможно, да? Конечно, да. Посещать очные занятия, все практикумы, конечно, без проблем. Отлично. Спасибо. Без QR-кодов. Спасибо, спасибо большое. Так, есть ли у нас еще вопросы? Вроде бы больше нет. Может быть, кто-то из студентов хочет еще что-нибудь сказать прекрасное про свой любимый факультет. Надеюсь, он любимый у наших студентов. Ну, я верю, что так. Ну, у меня есть, наверное, я могу сказать небольшую мотивационную речь для всех, кого остался. Я в свое время, ну, я трижды приезжала в Серос, и я перед поступлением очень долго думала, куда все-таки поступать, на факультет биоинженерии, биоинформатики или на биофак, потому что меня пугал ФББ большим количеством биоинформатики. Я почему-то была уверена, что всю свою дальнейшую жизнь я хочу провести в мокрой лаборатории. Но на самом деле я очень благодарна себе за то, что я приняла правильное решение и поступила на факультет биоинженерии и биоинформатики, потому что математическая база факультета плюс, на самом деле, действительно уникальная программа по биоинформатике позволяет тебе погрузиться в область и понять, что на самом деле тебе это все очень нравится, и ты с радостью готов этим заниматься, с радостью готов изучать там что-то новое и, возможно, строить свою дальнейшую профессиональную карьеру именно в этой области. Без факультета я бы, наверное, до этой мысли бы не дошла, поэтому я очень рада, что я сюда поступила. И если вы очень переживаете за математику, то на самом деле как бы с математикой можно справиться, если уделять ей достаточно времени и как бы своевременно выполнять все задания, которые от вас требуются, поэтому вы ее сильно не бойтесь, у вас все получится, и, возможно, вы именно здесь найдете что-то свое, чего бы вы не нашли на биологическом факультете. Спасибо, Валерия, за такую мотивационную речь, очень нравится. Я бы хотела добавить, что на самом деле самое важное – это выбирать по себе.
То есть факультет биоинженерии и биоинформатики, несомненно, очень классный, хороший и здоровский. Здесь все такое прям потрясающее, но не обязательно он вам подходит. И я вот желаю всем абитуриентам, чтобы они нашли тот факультет, который им подходит. И были на нем счастливы, успешны, и все у них было здорово. Вот. Желаю вам всего такого. Вот тут математику очень любят, здорово. Да, мы тоже любим математику, куда деваться. Если у нас больше нет вопросов, времени на сон хватает, спрашивают в чате на Ютубе. Да, времени на сон хватает, я надеюсь, у студентов. Студенты, вы сегодня выспались? Зависит от сезона. Сегодня как никогда. Да. Как говорится, от сессии до сессии живут студенты весело. Ну, вроде выспались. Так, ну, коллеги, раз у нас больше нет вопросов, предлагаю на этом закончить. Думаю, мы еще увидимся. Обычно дни открытых дверей проводятся несколько раз в год. Вот. Да, хорошо, мы будем вас ждать обязательно. Всем всего хорошего. Увидимся с вами на факультете. До свидания. Удачи всем. До свидания. Всем до свидания.